Добрый день. Скажите, как вас зовут? Полностью? Не, ну просто, хотя бы имя. Лариса Филипповна. Лариса Филипповна. Еремеева. Да, вот вы лежите, по какой причине? Упала в декабре, поломала шейку бедра. А смотрю, у вас очень руки такие вот. Да, все. да, это подагра, артрит, артроз, весь букет. Кошмар. Да. А вы не видите, да? Нет, не вижу. А давно вы не видите? Ну, как война началась. А что случилось? А на нервной почве. Ослепли? Да. Кошмар. А тут сильно часто стреляют, да? О, ну считай, каждый день, каждую ночь. Не дают вам успокоиться. Не дадут. Никак. Это просто ужас. Я просто не представляю, как вы выживаете одна. А вы совсем одна, да? Совсем. Ой, блин. Очень трудно это все снимать. Извините, люди, конечно. Когда женщина такая вот лежит одна, прикованная к постели, слепая, да еще с такими тяжелыми заболеваниями. Сегодня мы приехали, привезли ей продукты вот здесь. Наш продуктовый набор. Тут есть и курочка, и колбаска, и молоко, и различные крупы, консервы, сладости. О, дай Бог вам здоровья. И это было возможно благодаря одной женщине, это Светлана Драч из Италии. Вот она, благодаря ее пожертвованиям, мы приехали в этот город Докучаевск и привезли вам продукты. Спасибо, Светлана. Передайте ей большой привет и поклон. Спасибо огромное. Почему? Потому что женщина, к сожалению, она сейчас не видит, но вы хотя бы видите ее, и она в душе все равно будет молиться за вас. Буду молиться. Спасибо большое.